наступлением лета Смоленский лес становится излюбленным местом отдыха граждан. Это подтверждает и статистика нынешнего года. С мая по настоящее время было зарегистрировано более 40 сообщений о пропавших в лесу. Фактически же заблудившихся гораздо больше. Не все туристы заявляли о своем бедствии в полицию. Сейчас же регистрируется до 5 подобных сообщений в день. При поступлении сообщения о том, что человек пропал в лесу, создается следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа незамедлительно выезжает на место совершения, на место пропажи безвестного исчезновения гражданина. Создается так называемый оперативный штаб, оценивается оперативная обстановка. К поискам привлекают как специальную технику, так и кинологов со служебными собаками. В подавляющем большинстве случаев поиски заканчиваются удачно. Человек либо самостоятельно выходит из леса, либо его находят. Среди основных причин потери координации в лесу – излишняя надежда на смартфон. Бытовые устройства далеко не всегда помогают оценить потенциальную опасность прогулок. Кроме этого, рекомендуется при походе в чащу одевать яркую одежду, а также предупреждать родственников о предстоящей прогулке. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ.